В Полданском районе продолжается снегопад. Высота снежного покрова уже достигла полуметра. Из-за непогоды в самом Алдане произошли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Еще 3 населенных пункта Алданского района в пятницу остались без электричества. Восстановить подачу электроэнергии удалось в Верхнем Куранахе. На остальных участках продолжаются ремонтные работы. Вместе с этим из-за обильных осадков федеральная дорога Лена закрыта для большегрузной техники и автобусов. Уровень выпавшего снега 70 сантиметров. Сутки продолжаются аварийные работы на территории города и района. Произведена запуск и подача электроэнергии на подстанцию номер 5. Запущены в работу котельные номер РМЗ МКУ-14, МКУ-10,5, ассоциация АЯМ. Производится подъем температурного режима заполнения систем отопления. Приняты все меры по запуску котельной центральной и теплопунктов. Уголь и ГСМ имеются в достаточном наличии. Работают 6 бригад по восстановлению электрической энергии. Без электроснабжения находится часть потребителей подстанции «Восточная». Но это где-то порядка 2000 человек. Все котельные переведены на резервные линии, либо на резервные источники питания. То есть теплоснабжение сейчас считается в плановом периоде. Энергетики обещают восстановить электроснабжение в кратчайшее время. Тем временем железные дороги Якутии обеспечивают бесперебойную работу в условиях обильного снегопада. Все службы компании в связи с ухудшением погодных условий в оперативном порядке перешли в режим повышенной готовности, что позволило избежать остановки железнодорожного сообщения. Все подразделения компании работают в штатном режиме, задержек в движении грузовых и пассажирских поездов из-за снега нет.